Акция «Доброе дело весна» набирает обороты. Более 20 тысяч школьников примут участие в посадке саженцев. Еще столько же в уборке парков и лесов. Необходимая техника подготовлена. Осталось закупить дополнительный инвентарь. Какая-то часть инвентаря у нас уже имеется на складе. Она закуплена. И перчатки, и мусорные пакеты, лопаты, грабли, ведра. Не только цветы и кустарники, но и деревья будут высаживать ученики. Территории новых школ и застраивающиеся микрорайоны нуждаются в полноценных зеленых зонах. Ну, вот если мы берем там Багратион, ну, конечно, там деревья нужны. Все жители это заметят. Школа внутри большого микрорайона. Там нет ни скверов, ни парков в Гусарской балладе. Поэтому мы сразу убиваем много проблемных историй. В этой акции предусмотрена и развлекательная программа. Ребят ждут экскурсии в парке «Патриот», Георгиевском соборе, на экоферме и в Савино-Старожевском монастыре. Что касается музеев, проработали мы с музеями программы. Это Звенигородский государственный музей, заповедник, Государственный историко-литературный музей, заповедник имени Александра Пушкина, Дом музея Михаила Пришвина в Думне и два наших музея – Одинцовский историко-краеведческий музей и музей Танеева в Дичкове. Ученики Старогородковской школы «Гармония» проведут мастер-класс в гончарном кабинете, где каждый сможет слепить изделия из глины. Их отправят на ярмарку, а собранные средства передадут в благотворительный фонд. Мы поедем на Дичковские пруды. Рыбное хозяйство, там наши друзья приглашают нас на уху. Акция состоится 27 апреля. Главная задача сегодня – подготовить детальные маршрутные листы по каждой локации. Олеся Лукина, телекомпания «Одинцова».